Випуску програми ми розпочали доволі цікаву тему, яка стане в нагоді тим жінкам, які мають ідеальну фігуру. Мова йде про жінок, які готуються до народження дитини. Фітнес для вагітних. Ці вправи допоможуть жінкам в підготовці до пологів і допоможуть організму швидко відновитися після. Комплекс було підготовлено професійним тренером Яною Плєтніковою. Яна Плєтнікова народилася в Кременчуці, навчалася в Запорізькому університеті фізкультури і спорту за спеціалізацією фізичне виховання. Стаж тренувань в тренажерному залі 15 років. Працює персональним тренером у спортивному клубі 11 років. Брала участь у багатьох міжнародних фітнес-конвенціях за програмою тренувань з вагітними: акваеробіка для вагітних та пілатес для вагітних жінок. Займалася східними танцями, брала участь у чемпіонатах України зі східних танців, посідала призові місця. Зі слів Яни, тренувалася протягом усієї вагітності до 30-го тижня в тренажерному залі і басейні. Зараз її синочку трохи більше року. З 10-го дня після пологів Яна поступово включалася в тренувальний режим, який складався з домашніх тренувань і згодом в тренажерному залі. Яна наголошує, що завжди намагається прищепити своїм клієнтам любов до здорового способу життя. Пріоритет ставить здоров'я та гармонійний розвиток. Пропонуємо згадати комплекс вправ, які Яна продемонструвала в минулому випуску програми. Нагадаємо, наш тренер звертає особливу увагу на деякі протипоказання, які необхідно знати кожній вагітній жінці. Ось деякі важливі моменти. Важный очень момент, как только вы узнали, что вы беременна, полностью исключаем локальную работу на мышцы живота. Пресс исключаем. Полностью, да. Может пойти отторжение плода. Необходимо исключать даже натуживание, когда работа вся идет в активные мышцы живота. Я еще читала такое мнение, что и после родов еще полтора месяца мы не делаем упражнения на пресс. Это правильно? Это так? Да. Ни в коем случае не делать скручивания лежа на полу. Попробовала по себе. Было ощущение, вот что просто расходятся мышцы живота. Это очень опасно, если женщина будет выполнять, приведет до пупочной грыжи. Есть даже такой тест на проверку диастаза мышц, сошлись они или нет. Вы ложитесь на пол, на коврик, приподнимаете корпус. И если у вас два пальца прям проваливаются в белую линию, значит еще рано. Ну, два еще, в принципе, ничего. А если 2-3, надо ждать. Я вообще читала, что вот эта белая линия, она должна сойти, прежде чем начинать какие-то делать упражнения на пресс. Да, да. Вот таким образом вы проверяете. Очень важный момент. Во время родов активно выделяется гормон релаксин, который разрыхляет все связки, суставы, вплоть даже до костей. Для того, чтобы процесс родов прошел более успешно и благоприятно. Поэтому даже есть такое ощущение у беременных, они хотят все время сесть на шпагат. Надо сдерживать, да, свои порывы, потому что можно не проконтролировать и перерастянуться, получить вывих или какую-то нежелательную травму. В общем, ко всем упражнениям подходить с умом и очень деликатно. Да, получать удовольствие. Ни в коем случае не ставим это себе за цель натренироваться. Это поддержание хорошего самочувствия. І, звичайно, підводячи підсумки, наголошуємо на необхідності підтримувати здоровий спосіб життя не тільки під час вагітності, але й заздалегідь. Аби після народження малюка ви могли легко і швидко повернутися до своєї форми. Спорт у першу чергу і поруч з ним правильне харчування. Про це далі.
Кажуть, під час вагітності не обов'язково їсти за двох, адже необхідність в їжі зростає всього лише на 300 калорій. Яким же повинно бути меню вагітної і чим все-таки воно відрізняється від їжі звичайної людини, ми вирішили дізнатися з нашої наступної рубрики «Зустрінемось на кухні». Ми знаходимося на кухні у Яни Плєтнікової. Звісно, відомо, що вона прихильниця здорового харчування. Однак сьогодні мова йде у нас про вагітних жінок, а у них, як відомо, дуже часто з'являється тяга до шкідливих продуктів і особливо до солодкого. Очень важный период во время первого триместра, как мы уже общались с тобой по этому поводу, он имеет значение и в питании. Как себя будет женщина ощущать в этот нелегкий период. Во время токсикоза всем очень хочется покушать чего-то вредненького. Кажется, что неприятное ощущение уменьшится, когда ты себе позволишь что-то вкусного, в кавычках, полезного. Нежелательно, потому что и так организм ощущает очень большую нагрузку от перестройки гормонального фона. Необходимо придерживаться низкокалорийной диеты. Допустим, если занимаетесь спортом, да, активно, везде слышится, что увеличенное потребление белка. Стоит про это забыть во время беременности, потому что и так почки нагружаются достаточно сильно. Если еще их подгружать белком, будет негативное последствие. Поменьше мяса, да? Ну, не то чтобы поменьше, но не так увлекаться. Знаешь, да, что диета спортсмена – это мясо, можно сказать, на завтрак, на обед, на ужин. Обязательно должно включать в себя. Но стараемся употреблять в первый триместр, особенно это больше фруктов, овощей, кисломолочные, молочные продукты. Ну, мясо не исключать, конечно. Ну, опять же, у всех свои ощущения, кому-то чего-то хочется. Но пускай это все хочется, будет в рамках приличия. А дальше рацион как-то отличается от первого триместра? Вот дальше, второй, третий? Второй же уже к родам. Здоровое, правильное питание. Как ты сказала, плюс 300 калорий, да? Да. 300-500, не более, это... Если подсчитать, два небольших банана. И все-таки, а чего тебе хотелось больше всего? Честно, сидела на одном винограде, старалась его употреблять в первой половине дня. Благоприятный период был, лето, осень, все свежее, домашнее, свое. Сегодня у нас речь пойдет о сладком тоже, правильно? Да. Беременным хочется сладкого. Да? Хочется. Особенно если не беременной тоже хочется, то беременной очень хочется. Беременной всегда хочется сладкое. Моему мужу это не сильно сладкое. Да? Ага. Да, он любит послаже. Во время небеременности можно себе позволить там мороженка, пироженка. Ты знаешь, что ты его активно отработаешь в зале. А во время беременности активно ты его не отработаешь, поэтому лучше не допускать никаких излишеств. Во время беременности прибавка в весе нормально от 9. Вообще читала до 12, но сегодня до 14, границы расширяют. Сколько ты набрала веса во время беременности? 9 килограмм, минимально. Что сегодня будем готовить, расскажи. Готовим ппшные печеньки. Правильное питание. Да. В составе идет белая мука, у меня практически на кухне ее нету, разве что иногда бисквитики. Пеку и то стараюсь из цельнозерновой. Цельнозерновая мука чем отличается от белой высшего сорта? Тем, что она перемалывается вместе с оболочкой. А в оболочке зерна находятся все основные витамины и микроэлементы. Поэтому еще самое важное – это клетчатка, которая способствует нормализации пищеварения. Цельнозерновая 50 на 50, но опять же, кому как нравится, я люблю еще с кукурузной мукой. Оно тогда печенье более такое не сбитое, рыхлое. И еще кукурузная мука тоже очень диетический продукт. В ней хоть немножко меньше витаминов, чем цельнозерновой, но большое очень количество железа. Семя льна. Известно, очень мощный полезный продукт, да. Выводит радионуклиды, тяжелые металлы, вообще очень оздоравливает организм. Знала, что в семени льна даже больше омега-3, чем в рыбьем жире. Вообще не слышала никогда даже. Да. Так что можно не тратить деньги на дорогую рыбу. Нет, даже в капсулах очень дорогие витамины покупают рыбий жир. А семя льна практически доступно и очень дешево.
Дальше берем овсяные отруби. Также мы будем в печеньки добавлять и овсянку. Опять же, дополнительные витамины никому не повредят. Следующая клюква. Ее рекомендуют во время беременности принимать, потому что она, опять же, очень мощный антиоксидант и убивает все микробы, особенно в почках. Потому что в почках нарушается отток жидкости и могут воспаления. Это, собственно, беременным всем рекомендуется? Да, или какие-то ограничения? Это прям могут быть, да? Рекомендуют врачи. Морсы, свежая клюква, сушеную употреблять. И у нас кунжут. Очень большое количество в нем кальция. И знаем, что если организм женщины не получает достаточного количества кальция, а ребенку необходимо, да, для формирования опорно-двигательного аппарата, он будет все тянуть из организма матери. Кукурузное масло. Угу. Все тоже как бы боятся, да, растительных жиров. Ни в коем случае его не боятся, так как от него, ну, поправиться, конечно, если употреблять кукурузное масло и заедать чем-то вредным, тогда риск есть. Но если будет правильное питание с акцентом на растительные жиры, чисто будет на выработку энергии идти. И еще в кукурузном масле это лидер по содержанию витамина Е, даже больше, чем в оливковом и подсолнечном масле. При термической обработке кукурузное масло не выделяет канцерогены. Значит, нам необходимо 200 грамм муки. Начинаем с цельнозерновой, примерно 100 грамм, может, чуть меньше. Теперь кладем кукурузную. Так. И добавим, еще в учет возьмем, что мы взяли овсяные отруби. Все, дальше поехало на глаз. Сколько здесь грамм? На глаз. На глаз. Ага. Вообще можно сделать, допустим, 100 грамм муки, а 100 грамм чисто отрубей. Вообще будет диетическая. Но это я уже так беру, знаешь. Все учетом. На глаз. Да? Вот этот рецепт. Да. На глаз. Овсянка тоже на глаз. Немножечко. Чем больше, тем вкуснее. Добавляем семена. Сюди ж додаємо жменьку журавлини та кунжуту. Чим більше ягід, тим смачніше. Это сахарозаменитель, но полезный. Стевиозид на основе натуральной стеви. Не поднимает уровень сахара в крови. Полезен, обогащает опять же организм, способствует восстановлению всех жизненных сил. Аби печиво смачно пахло, додаємо корицю. Постараться максимально исключить аллергены. Угу. А какие это аллергены? И кунжут аллерген. Все надо вводить очень постепенно. И корица также сама может выступить как аллерген. И именно после родов уже после родов. Внимание, ну, если да? Женщина, да, кормит грудью ребенка. Если нет, то все ограничения снимаются. Я добавляю 50 грамм. По рецепту вообще надо 100, меня всегда ругают мои домашние, что я делаю все рецепты диетичнее, диетичнее. Всем кажется, что от этого становится не сильно вкусно. Может, хватит? Ну, давай, хватит. 50 грамм, 60. Ага. Заменяю количество, которое я не добавила маслом, просто водой. Вы поймете, какая консистенция должна быть теста, не жидкая. А можно чуть-чуть соли добавить? Да, я добавляю чуть-чуть соли, ну буквально никак ее не слышно, но вкус, конечно, немножко она ярче становится. Собирает вкус на крекер, на соленое печенька, да, похоже. Да. Но оно не соленое, но сладенькое, ну ярче вкус. А можно, например, вот клюкву заменить изюмом? Можно. Ну, я как бы это, конечно, выбрала. Калорийно будет, более калорийно. Нет, не более, я думаю. Клюква, в принципе, она что же сушеные все сухофрукты высококалорийные. Я брала в учет по пищевой ценности, именно как мы, да, для, как для беременных. Женщины, да, в положении. Меня всегда ругают, что вырезать надо не с серединки, а с краешка. А, да, я, кстати, заметила, это сразу, четко. Да.
А я люблю с серединки, знаешь, как картину сразу. Я на фольге люблю, без смазывания. Пошел уже творческий процесс. Кстати, самый долгий. Печенье готовится 3 секунды, а вот вырезать красиво. Кстати, можно взять побольше форму. Да, да, да. И тогда будут печеньки крупнее. Крупнее и меньше намного времени займет. Ты можешь себе позволить таких печенюшек в день скушать? Ой, я тебе честно скажу, это очень тяжело сдержать себя в руках, потому что они просто как семечки. Еще ж как думаешь, что там сколько всего полезного, да? Ну, сдерживаюсь в руках, но на семью каждый день приходится печь. Я своим клиентам беру обязательно попробовать. И хочется немножко все-таки подытожить нашу с тобой беседу. Кроме вот таких печенек, да? Чем еще можно баловать себя во время беременности? Вот что такое вкусненькое можно готовить? Можно баловать себя, придумывать все, что угодно. Главное брать натуральные полезные продукты и готовить самому, не покупать это в магазине. Спасибо тебе огромное за мастер-классы. Удачи в тренировках, в твоих начинаниях и побед тебе дальнейших. Спасибо. Всем приятного аппетита! В ефірі була програма «Будь у формі». Ми дякуємо професійному тренеру Яні Плєтніковій за всі майстер-класи. З вами була Юлія Лавренко. До наступної спортивної зустрічі.